Евгений Замятин. Огненная А. Которые мальчики очень умные, тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный, и подарили ему книжку про марсиан. Лег Вовочка спать. Куда там спать? Ушки горят, щечки горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на Землю. А мы-то всякой ерундой занимаемся. Историей Иловайского. Нет, так больше нельзя. На сеновале Вовочка и трое второклассников самых верных. Иловайского в угол, четыре головы над бумажкой, чертят карандашом. Ушки горят, щечки горят. За ужином больше читали газету. Про хлеб, забастовки. И спорят, спорят обо всякой ерунде. Ты, Вовка, чего ухмыляешься? Да уж больно вы чудные. Марсиане нам знаки подают, а вы про всякую ерунду. А ну тебя с марсианами! Про свою опять. Глупые, большие. Заснули, наконец, Вовочка как мышь. Сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадает. В окошко прыг. И на пустой монастырский выгон за лесным складом купца Загоряшкина. Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина, сложили из дров букву А. И заполыхала на выгоне огненная А для марсиан. Колоссальная огненная А, в 5 сажен длиной. «Трубу! Трубу наводи скорее!» Навел мальчик Вовочка подзорную трубу. Трясется труба. «Сейчас! Кажется, нет еще! Сейчас! Сейчас!» Но на Марсе по-прежнему. Марсиане занимались своим делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Но, стало быть, завтра увидят. Уж завтра обязательно. «Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?» «Такой нынче день особенный». А какой, не сказал. Все одно не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная эпоха истории Иловайского. Уж нынче марсиане обязательно. И вот великая ночь. Красная огненная А, четыре багровых тени великих второклассников, и уж наведена и дрожит труба. Но Заголяшкинский сторож Семен в эту ночь не был пьян. И только за трубу Семен сзади. «Ах вы, каналье! Дрова переводить зря! Держи, держи, держи! Стой, стой!» Трое самых верных через забор. Мальчика Вовочку Заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек. А с утра великих второклассников глупые большие засадили за историю Иловайского. До экзамена один день.